Сегодня 10 июня 2023 года. Снимаю свои гортензии, которые уже, скажем так, набрали пигмент. Показывают свою красоту на видео Endless Summer. Вот такая у меня сейчас, друзья, красота. Но это начальное цветение. Я уже об этом говорила. Как вы видите, еще только-только все начинает распускаться. Вот такая вот красотища, набирает оттенок. Здесь уже шапочки были первые, они уже набрали голубой цвет, и постепенно она будет набирать оттенок и уходить в синий, ярко-синий цвет. Чуть-чуть камера не передает, я думаю, что не так ярко будет, наверное, но тем не менее они будут очень ярко-синие. А пока вот так вот они выглядят, такие бледновато-голубые, но очень-очень красивые. Шапки в этом году, я заметила на солнце, достаточно мелкие. Не знаю, возможно, из-за того, что солнце в этом году активное, и шапочки мелкие. А вот те гортензии, которые у меня в тени, на которые солнце практически не попадает, вот здесь, видите, под мандаринами они у меня растут. И здесь шапки очень большие за счет того, что солнце не попадает. Это еще раз говорит о том, что когда гортензия растет в тени, это самое лучшее ее место, скажем так, для выращивания. Ей комфортно, она хорошо цветет и, как мы видим, выпускает хорошие цветы. Так что вот возьмите на заметку, выращивайте эти растения в тени. Солнышко им не нужно. Вот здесь белая гортензия еще набирает оттенок. Тут еще даже, можно сказать, не видно. Вот здесь вот уже немножечко так понятно. Белая гортензия, новый сорт, пока в продаже нет. Саженцы еще очень-очень маленькие. В этом году все, к сожалению, поздно. Сейчас перейдем сюда. Здесь мирей. Мирей тоже, шапочки только-только увеличиваются. Пока что еще вот такие маленькие. Этот кустик у меня стоял на солнышке, я его перенесла в тень, потому что солнце, я говорю, в этом году как никогда активное. Вот, вот это у нас мирей. Вот такие цветочки. Цветочков очень много. Вот они. Сейчас показываю вам все. Ну, еще набирает он силу. И сейчас я покажу вам еще куст мирея, который у меня есть, и какая шапка там. Вот, видите? И здесь у меня мирей в паре растет с Endless Summer. Вот, обратите внимание, тоже только-только все начинается. И вот маленькая шапочка мирея. Вот такие у него очень красивые цветы. Обратите внимание, кремовый цвет с ярко-розовой окантовкой. Это сорт мирей. Так, здесь у меня саженцы Endless Summer. Идем дальше к моим кустам гортензий. И здесь это тот куст, который я в том году снимала. Здесь, как вы видите, только-только все начинается. Поэтому показывать еще нечего. Здесь вот такие маленькие шапки. Здесь мирей тоже растет. Только-только вот раскрывается. И здесь белая гортензия, бавария. Кстати, бавария набирает оттенок. Это вот в обычной земле бавария, обратите внимание. Но я попозже еще ее сниму. Она вот такая вот розово-полосатая в обычной земле. Вот. Так что, друзья, вот вам маленький пока обзорчик. Идем сейчас сюда. Здесь Red Baron мой. Вот такой вот он стал огромный. В этом году выше меня ростом. Red Baron вырос. Я подкисляла грунт подкислителями. Я уже говорила о том, что я применяла электролит. Яблочный уксус разводила. Все это разводила я с водой. И в этом году мы посмотрим, какие оттенки будут. Но я вам скажу, что я уже вижу. Вот у меня одна шапка здесь начала показывать оттенок. Присутствует сиреневый оттенок. То есть подкислители работают. И вот посмотрите. Прошлогодние видео, которые я выставляла, там видно, что Red Baron у меня на этом, вот именно этот Red Baron, он красно-малиновый такой. В этом году я уже вижу, что он немножечко уже другого цвета будет. Посмотрите, другой. Вот видите, здесь прям такой сиреневый оттенок преобладает. И сейчас я вам еще покажу, как у меня выглядит Red Baron, который растет в кислом грунте. Вот, пожалуйста. Это Red Baron, который растет в кислом грунте. Он имеет вот такой вот фиолетово-сиреневый оттенок. Невероятно красивый, но вот он у меня растет в глине. В нашей местной сочинской глине и имеет вот такой вот оттенок. Red Baron сорт. Пожалуйста, вот на что способна гортензия крупнолистная. Меняйте почву и получайте различные оттенки.